Пропаганда спорта и здорового образа жизни в Ахтынском районе прошел спортивный фестиваль. Мероприятие стартовало с популярного флешмоба «Начни утро с зарядки». Акцию проекта «Трезвая Россия» за 2 года поддержали уже около 350 тысяч человек по всей стране. Так, массовая зарядка продолжила свое шествие. В селе Ахты на футбольной площадке собрались порядка 300 человек. Мероприятие объединило людей самого разного возраста. Вместе с местными жителями на тренировку вышли представители органов власти и муфтията, а также известные спортсмены и общественные деятели. Вы знаете, ребята, каждый из вас способен и может стать чемпионом или кем-то жизни. Это все зависит от вас. Как вы любите свое направление жизни, как вы стараетесь, как вы пашете, все зависит от вас. Если вы будете трудиться, работать над собой, все у вас получится. Вот увидите, через лет 10 вы поймете, что все было у вас в руках. Фестиваль продолжился в селе Кака. Там прошел ежегодный турнир по народным видам спорта, посвященный памяти общественного деятеля Магомедгани Ганиева. Взрослые и дети состязались в соревнованиях по армрестлингу, стрельбе из лука и поднятию гири. Кульминацией стал турнир по перетягиванию каната. В рамках мероприятия для участников были организованы угощения. Организатором фестиваля выступил отдел просвещения муфтията республики по Ахтынскому району при поддержке администрации и местных жителей.